Третье упражнение – это движение лошади в бок. То есть мы управляем, двигаем грудную клетку лошади. В начале обучения корпус лошади может быть прямым. Внешняя нога лежит чуть дальше подпруги и посылает лошадь в сторону. Внутренняя нога расслаблена, дает лошади двигаться в бок, может немного контролировать плечо, чтобы оно не убегало слишком сильно вперед. Когда лошадь научилась двигаться с прямым корпусом, начинаем учить ее двигаться со сгибанием. То есть сгибание должно быть ровно в ту же сторону, в которую двигается лошадь. Лошадь должна двигаться в бок одновременно и передом, и задом. Значит, это упражнение делается как четко в бок, так и с продвижением вперед.